Ох, 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 наконец-то я вернулся и сел на свой любимый диванчик. Всем привет, вы на канале Интервью Школьника, меня зовут Максим Щербаков, и сегодня я позвоню... Никому, это бэкстейдж. Нет, я хочу не так начать. Хочу еще немножко разговориться, прям чуть-чуть. Свет глаза щипит. Я по кривому прицепил петличку. Скорее всего, у меня будут трястись руки. Они уже начинают трястись. Ну почему я не родился на год раньше? Я что-то просто идеально. Например, у меня в семье нет. Я лечу. К сожалению, Эдгард взял трубку. Страшно. Нет. Что еще сказать? Не знаю, что еще сказать. Короче, выпуск будет минут на 5. Хотя бы на 10 минут надо было вытянуть. Что перепишу сначала. Посмотрим, что там скажет Запашный. Немного о других видео. Здесь первая часть. Интервью по телефону с Иосифом Пригожиным. О хайпе. Дане Борисовой и коронавирусе. А здесь... Нет. Немного о других видео. Здесь первая часть интервью по телефону с Иосифом Пригожиным. А здесь большой плейлист со всеми моими интервью. Ну а лучше, конечно, перейти на канал... подписаться, нажать колокольчик, поставить лайк и не пропускать новые выпуски. Все, всем пока!